включила. Здравствуйте, Анатолий Васильевич, здравствуйте, Мила. Сегодня выполняю вашу просьбу. Пришел пораньше домой. На камере лежит жена, супруга Светлана. Здрасте. Здрасте. Вот. Выполняю сегодня просьбу вашу. Покажу вам сейчас Васю. Вот вооружился тут. Покажи сюда, вот пониже давай теперь на коробочку. Короче, вот коробочка с Васей. Вот инструменты, линейка, весы. Сейчас, ну, высыплю, что же делать. Наложил там яблок, ну, сейчас высыпем, потом ничего страшного. Видно свет? Угу. Опа. Вот он, Василий. Вот он, Василий. Значит, показываю. Вот. Так прямо, что глазом вижу. 1,3. 1,4. Во. Вот так это вот он лежит. 7 сантиметров. Он голова его. Ейная голова. Вот смотрите какой. Ну вот он как бы в спокойном состоянии. Видно свет хорошо? О, о, о. Так он, смотрите-ка, он поел. О, его еще не поймаешь. О. Это Вася. Это мой. Красавец мой. Вот он. Вот он. Отдохни. О, сморщился. Ну стой ты, покажи ты лицо свое. А, это он в новом, смотрите, в торфе как ожил. То лежал такой недвижимый. То лежал недвижимый совсем. То, ну вот, короче, по линейке. Вот, сантиметров 30. Когда вот тянется, ну вот так вот лежит, сами видите, вот какой. Вот. Это у него, я думаю, что это от него. От него же змейки. От него же вот они. Еще один крупненький. Такой потомок. Потомок. Василия. Вот. Вот они какие шустрячки. Василий, вот он лежит. И молчу все по барабану. Сейчас возьму вот весы и вот такую баночку. Ну, потому что надо же кого-то Василия положить. Так, ну этих взвешу быстренько. Вот он. Куда ты, постой, дружок? 5, 6 граммов. Он как свечка вылазит, красавец. Вот она еще один сейчас прямая. Смотрите какой, вообще, думаю, как покусает вообще меня. Куда, куда. Вот он тоже 5,7. Ну и чемпион. Сейчас. Сейчас вот так мы его. Вот он. Вот он лежит. Такой нормальный чувачело. Был вот такой, принес домой был, да? Я не помню уже. Ну, маленький, да, был небольшой, такой, да. Вот он каляется, аж вот ползет и каляется. Прямо чувствую, что по руке каляется. Ощущаю так вот прямо, да? Ну, значит, кладем его сюда, в коробочку. Ну вот, он 19,5 граммов. Все же правильно там обнулено. Чемпион. Ноль. Нет. Сейчас еще раз. Чтоб точно было. Нули? Угу. 18,9. Ну вот он, около 19 грамм. 18,9. Видно цифры там, хорошо? Угу. Вот так что вот, Анатолий Васильевич,
просьбу вашу я выполнил. Хер я буду это. Смотрите. Вот. Вот он, красавчик. Вот он. А он еще и пополз. Кляется прям вот чем-то. И можно вот так вот сделать зато. Можно еще раз так сделать. Я думаю, он не сильно против будет. О. Та-дамс! Вот на этой прикольной веселой нотке, я думаю, Анатолий Васильевич, мы закончим показ Василия. Спасибо вам большое за интерес, проявленный к нему. Ну, конечно, да, мой, как вам сказать, талисман, будем говорить уже так. Сколько проживет, не знаю, но пока талисман. Спасибо за интерес, еще раз повторяюсь. Всего вам доброго. Та-дамс!